сломал дверь и бивнем не повел. У водителя транспортной компании из Беларуси сбежал слон. История на самом деле похожа на розыгрыш. Но 15-летнего красавца по имени Маркиз погрузили в одном из венгерских городов для доставки в Беларусь. Перевозчика предупредили, что Маркиз привык жить в стаде, и для него это первый опыт одиночной поездки. Плюс его разлучили с подругой, слонихой. Но при этом шоферу не уточнили тонкости поведения млекопитающих. Подъезжая к украинской границе, водитель услышал специфический звук. Ощущение было, что животное пытается выбраться из контейнера. Видимо, его терпение было на исходе. Один в замкнутом пространстве, раздражающие ямы на дорогах. Обойдя грузовик, дальнобойщик услышал грохот, а после его сбил с ног удар дверью прицепа. Потом только в памяти остались лишь отведенные назад уши маркиза и хобот, которым он постоянно размахивал. Слон обнюхал человека и ушел. И теперь этот африканский красавец гуляет по лесу и изучает местный украинский колорит.